Приветствую, мы остановились там же, где мы и остановились в прошлый раз. Ух, Христос, башня, кстати, кривая. Кто не знал, кто не заметил. А мы продолжаем, хоть эти уровни не особо необычные, но мы готовы продолжать. О, цветочки, кстати, да. Они тоже стали частью небес турниров Фэнси. Классических, обычных, то есть. Классических их называть не особо полезно. Обычных будут называть. Цветочки, в оригинале цветочки появились, как вы знаете, в эпизоде это Pigtails, истории свинок из Angry Birds Friends фейсбучного. Да. Заметьте, видите, какие-то птицы, по-моему, работают гораздо мощнее, чем в Angry Birds Friends. Быстрее взлетает все, чем в других Angry Birds. Вот так мы не летаем. Слушайте, хочется как-то сделать... Как? Качественно, конечно же. Я все-таки не долетаю. Слушайте, а как же нам долететь-то, чтобы сломать? А вот так. Очков дается много? Нет, но все равно. В общем, сила блоков кажется увеличенным. Сомневаться нельзя в этом. А вот эта часть какая-то, как-то ее непонятно как достать. Ну, возможно, и не нужно. Но 3 звезды. Вручили нам все-таки заслуженно. Теперь у нас продолжается, кстати, обучение птицам. Да, как бы. Некое обучение. Своеобразные, можно сказать. Пойдемте дальше. Сколько звезд? Наверное, 3. Это точно. Вах, что это? О, слушайте. Никогда не помню, что это пыльца. Это ведь та штука, помните, которая в Angry Birds обычно в третьем эпизоде на ней король сидел, когда он летел на своем шариках. Кажется. Используется как крыша здесь почему-то. Много интересного можно узнать. Да, вы пытаетесь узнать много интересного. Давайте сделаем... напрямик. Потом сюда. Но хочется вот ту гигантскую разломать. Чушь. И все сломалось, конечно же. О, еще вот эти дурацкие линии предупреждающие. Видите? Непонятно, откуда они взялись тоже. Тортики, кстати, тоже часть Birds Friends. Теперь, сегодняшнего. Турниров обычных. Бесконечное количество тортиков. Только так. Хочется зайти и тортик, и все. Но мне кажется, мы не сможем это сделать, поэтому не будем рисковать. И правильно сделали. 8-й пройден. 9-й. Обучение последней птицы. Птица большая. Ой, слушайте, звуки прикольные, кажутся. Злые. Никогда не прислушивался, что такие сильные звуки. Как-то так. Мы открыли новый этаж башни. Зачем? Потом, потому что нужно будет... 9-й. Вот 11-й интереснее всего, конечно, возможно. Хотя, смотря на эти уровни, как-то они ничем не особенные. Ну, прям интересно, чё сегодня, зачем это сделать? Может, здесь действительно все уровни... турниров решили запихать. Все уровни классических, в смысле обычных турниров запихать в эти свиные башни. Достаточно. А то просто если увижу какой-то знакомый, я вам скажу обязательно. Пока что они настолько одинаковые, что я их не узнаю. Какой-то конкретный. Но вдруг что? Вдруг?
За это еще монетка дается, забавно. Сколько можно заработать, пока пытаться. Вот уровень что должно быть хорошее? Уникальность. Уровень, каждый уровень должен быть уникальным. Ну, конечно, они не так уникальны, но... Но, черт побери, ну как-то они выглядят одинаково. Они должны выглядеть каждый, чтобы... Своя фишка. Вот здесь просто башни, ну не запоминаются они. Как в классических Angry Birds. Там они запоминаются. Вы увидите уровень? О, помним его, скажем сразу. Здесь... какая-то... Пончики, кстати, тоже. Да не, в обычном Angry Birds были пончики, да? Но здесь их тоже решили почаще лепить. О, в смысле, лепить из теста. Шутка, кто не знал. Но шарики один за другим лопаются, интересно, лопаются все, да. Да, да, да. Оба-ба! Ах, трюк хитрый, но не удался. Сейчас по ему. Эх, а классические звуки свиньи убрали, да? Что, еще башня открыта? Да. Еще башня, то есть не башня. А мы прошли 9-й. 10-й у нас турниры, но что же в 11-м ждет? Все, продолжение. А вот это, возможно, знакомый, кстати, но не знаю. А, вот эти кринжи, сладкие штуки какие-то непонятные. Тоже, можно сказать, френцовская частота в этом чувствуется. Жаль. Закончили. Ну, думал, не звезды. Не тот лук, негине. Ди. Ну да, стекляшками свинок тяжело забить, видите. Сколько уже упало на них, и они не шевельнулись. Не кукурнулись, так. Получилось. А раньше мячики были... В обычном ГБС мячики прыгучие, а здесь какие-то не очень. Или это другие мячики. А! Не будем перепроходить, не будем, извините. У нас достаточно звезд, видите. Проходим, как проходим. Это весь 11-й этаж. 12-й. О, порталы начались, да. Порталы вообще-то, как вы знаете, давайте сюда расскажу. Впервые в Angry Birds вообще в появились порталы в Сизонсе. В эпизоде... В 40-м, Абракабакон, кажется, зовется. Там они появились впервые. Как это Angry Birds Фрэнси, порталы появились на один из хэллоуинских турниров. Конкретно, по-моему, 2 года назад, 2016 или 2017 года. По-моему, то, что про растение был, возможно. Насколько мне кажется, но я могу забыть. О, первый проигрыш. Вот. И с тех пор, после поклонского турнира, стали пихать порталы везде вот эти. Повсюду и так далее. В любых турнирах, по поводу и без. Ты без, да, без повода. Так, там взрывать будем, там надувать все-таки лучше, кажется. Сделать так. Здесь вообще портал, зачем он нужен? Он даже не помог. Мы выполнили нашу цель сегодняшнюю. Одна звезда, фи. Оу. Да, еще видите, такие конструкции из неразрушимых объектов, из неразрушимого ландшафта. И вот эта штука, которая висит в воздухе. Но стоит только лишь коснуться блока, и он сразу же упадет. Такие вот нестабильные блоки называются. Они висят в воздухе, пока вы их не тронете. Странная штука. Не нравится мне такое. Нелепо, нелогично.
И вот эти фоны бесконечные, задние, которые, сквозь которые можно проходить, тоже часто используются, но... Словно нам какую-то историю рассказываю, ребят, с Фрэнс, да? Ну, как бы, Фрэнс сегодняшнего дня. Нужно знать каждому, кто хочет знать. Но не нужно. Буду... Слушайте, что-то уже начинается вот такое уже. Граничное количество птиц, но... Но успеха маловато. Хочется запуститься поглубже. Сможем ли мы сделать вот так, смотрите как. Еще не конец, но нет, конец все-таки. Ну, а начинается сложности, наконец-то сложности. Давно не было сложности, да? О! О, успех! Смотрите, это даже лучше, чем предыдущие попытки, все вместе взятые, даже можно сказать. Можно не говорить, конечно, такая фраза не особо логичная, но все-таки... Смысл, если захочется найти, конечно же, можно. Мы знаем наши требования. Не особо сильны для вас. Но. Ну, яйцо туда, отлет туда. Надеюсь, выйдет точно, да? Конечно. Звезды я бы стал рассчитывать на максимальное количество. Мне бы такое пригодилось. Вот что я вам скажу. Флажки. Не часто можно встретить, но да, бывает. Напоминает один из уровней сизонсовских, новогодних, первых. А то, там колокольчики были, помните? Думаю, помните, если вы знаток. Там такое всякое прикольное было. Точно. Следует ли мне делать что-то еще? Думаю, да. Попробуем забить вот это. Сверху не упадет, сверху не упадет, но мы можем взорвать и получить кристаллы свои назад. Пойдет. Больше я боюсь запускать. Во! Надо так. У нас уже 100 звезд накопилось тем временем. Но не время продолжать. Не в смысле время. Давайте посмотрим, что нам еще предложат. Порталы, слушай, даже не уровень, это порталы. Что это, что, что там сверху такое? Давайте показать, давайте посмотреть. Чё-то непонятное, рычажок какой-то. Почему рычажок? Он что, откроет дверцу, да? Что за прикол, что это такое? Такого я еще не видел, вот что скажу. Это что-то новенькое. Ну чё? Блоки разлетелись. О, бешеные. Чё? Они же живые блоки, так кто не знал. Вот это стоит покрушить еще и хватит. Наверное. Достаточно. Непонятная штука в этот раз уже, да, какая-то? Большая и запутанная. Отстаньте своими звездами. Ты уже устаешь от этих уровней. Я после того, как серию закончу, следующую снимать не буду. В смысле, буду для вас, но потом. Надо отдохнуть от этого. От этого одинакового бреда. Немножко. Ах, получилось. Так, ну что, получится забрать эти кристаллики вот эти вот. Да, получилось. Ну и хватит, значит. Что-то катится камень. Но где? Да отстаньте своими звездами, все уже не важно. О. Смотрите. Все три главных босса. На одном кусочке дерева. Надо попробовать их завалить сразу одной птицей. Ха! Ну-ка, бусачи... Капрал не совсем боссы все-таки, но они технически иногда боссы, как будто бы бывали, помните? Надеюсь, знаете.
У нас всего две птицы, что ли? Сколько там у нас было птиц? О, нет. Как мы хотели? Мы хотели как бы... А, у нас всего три птицы. И лучше сказать, целых три. Да, кстати, заметьте, еще одна такая фрэнсовская дурацкая штука. Конструкция без свиней. Да, посмотрите, вот эта конструкция справа снизу. Ничего, ни свинки нет. А только чтобы поломать ради очков. А свинок запихали бы туда, там было бы интереснее уже. Уже сложности, наконец-то сложности. Давно не было сложности, видите? Но в итоге мы не сломали ни то, ни другой, даже свинка осталась. Поэтому наш план заключается в следующем. Слушайте, поврапы нескрываемые теперь. Давно уже, на самом деле, но чё, я только сейчас понял, они мешают. Не видно, где свиньи там. Ну, конечно, можно сделать так. Но это мелко, не видно. Чё, где? Не видно ничего. Какие-то точки летающие, зеленые шарики. Свинья уцелевающая тоже уже. Не шарик, но... Ухмыляние заметное. А вы хотите победить, или вы так просто запускаете птиц, да? Скажите мне. Усомнились так якобы, что в профессиональности. Опять не получилось пройти. Чё вы тут? Птичек дома запускаете, пусть. Не особо похоже на оскорбление, но все-таки. Ладно. Свинья. Ну как-нибудь, ну что это? Вот наконец-то сложности. Прикольный уровень, конечно же, но заключается только в том, что надо поломать как-то. Заметьте, в Angry Birds Friends еще не только поменяли текстурки, но еще и звуки, да? А, я уже говорил об этом. Ну так сделаю, чтобы отличалось от других Angry Birds. Наверное. Одно из главных принципов. О, вышло. Вышло. Надеюсь, не войдет назад. О, я вижу, знаю, хитрее думаю. Ломаем снизу, и все крушится, как летний пень. Да, не думай ты уцелевать, слушай ты. Ударься об этот кусочек мяса. Я бы хотел бы запуститься туда, но придется тебя лопнуть. Прости, Дед Мороз. Но в итоге все закончилось. Сколько там еще один у нас? Давайте посмотрим. Давайте закончим у нас этаж наконец-то. Да. 13 этаж. 39 уровень. Вах. Что там сверху? Молоточки висят. Камешки просто. Не молоточки, обычные камешки. Холя-холя, что за херня? Что такое? Сказать можно свиньям этим. Оно же не па! Оно даже не да, оно же не ед. Что такое-то? Так не пойдет. Вот головоломка, слушайте, уровень для нас. Нет, Angry Birds Friends, конечно, бывают сложные уровни. Не то, что было предыдущие, конечно, были гораздо сложнее. Даже среди обычных турниров, кажется. Ну, естественно, когда-то. О, камешки сами пали, круто! Мы сделали то, что мы хотели. В смысле, нам помогли, конечно же. Получилось ли? Слушайте, я просто запущу туда и не будем ничего тупить. А мы сделаем вот хитро. Надеюсь, звезды дадут нам. Хотелось бы сделать неразрушенных гор, но как это сделать? Неясно. Ой, мы закончили, мы открыли следующую зону. Зона действия. Мы не прошли даже половины. Да, половина это... О, нам до половины еще ехать и ехать. Ну, на самом деле, нет, не ехать, но... Все-таки вот как-то так. Слушайте, ну, с 12 этажа начались, с 11-го. Трудности и сложности, но... Ладно, положение следует. Обязательно. Пока мы не пройдем, конечно, потому что это уже что-то... структурированное, а это я люблю. Пока.